Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 387, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, топишь Нефрит. Сегодня мы продолжаем прохождение ебучего Resident Evil Remake. Ребят, у меня тут возникла одна проблема, я с ней тут проебался, честно скажу, блять, просто, ну, полчаса мозг ебал. Пока это все делал, я все тыкал, куда ни попадя. Все кнопки притыкивал, в интернете тебе подсказки никакой не скажу вам сразу же нету. Произошло ЧП в чем? То, что где вот сейчас увидите шкатулкой, как пазл собрать там будет. Просто искал, какая кнопка вращения, которая вращать будет. Я все перетыкал, я натыкал так, что у меня все нахрен вообще зависло. Поэтому съемка у меня там вообще кончилась, и я, короче, все просрал. Все то, что записывал. Очень обидно, но что делать. Ну а мы-то это что, продолжим с того места, бля, где я был. Где я сохранялся тогда до этого. Не забываю, кстати, ставить любо. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставлять ваши комментарии. Ну а мы поехали. Ребят, надеюсь, сейчас будет все отлично. А то просто я уже злой. Я просто злой с этими, блядь, головоломками. И то, что, блядь, никакого описания у тебя... Вот нарисованы клавиши мыши были, честно скажу. Я все перепробовал, всякие кнопки понажимал. Но ни хрена, ни одна клавиша мыши не подходит. Это просто трындец, ребят. Это трындец. Нет, еще выложу травку нахер. Я, блядь, просто очень злой сейчас. Мне, блядь, обидно, что тут оказывается одна кнопка, но, блядь. Когда ты все перетыкаешь, и не подумай, что эта кнопка может быть для этого нужна. Это просто, блядь, у меня злость меня бомбит. Да, вы все помните эту комнату с первой части. Здесь надо было у лося забрать глазик. Ну, на докладе прочтем. Письмо от шефа службы безопасности. Правитель шеф службы безопасности, дата 22 июля 98-го, день X приближается, у вас есть неделя на выполнение следующих процедур. Заменить группу Старс, заманить группу Старс в лабораторию и наблюдать за их борьбой с БОО для сбора информации о боевых качествах. Добрать два эмбриона каждого мутированного образца в качестве образца. Кроме тирана, утилизировать тирана. Уничтожить Арклейскую лабораторию, включая всех ученых и подопытных животных, замаскировать все под несчастный случай. Когда все вышеописанное будет выполнено, доложите в штаб-квартиру для получения дальнейших инструкций. Если вы по каким-то причинам не можете выполнить процедуру в срок, незамедлительно сообщить об этом. В случае чрезвычайных ситуаций отчитываться напрямую по дополнительному номеру 5691. Удачи, штаб-квартира Umbrella. Короче, для Васьки походило письмо. У меня кофе тут. Осталось немного просто, блин. Да. Бля, сейчас все задвину как надо. Чтобы дальше у меня трабов не было с этой хренотенью. Так. Возьмем. Мы тоже вначале возьмем патроны для базуки. Это тоже найс. На каком позитиве, ребят, начинал игру? Недавно. Недавно, относительно недавно. Пока у меня все не зависло, пока у меня система не подвисла, когда я тут все понатыкал. Все клавиши истыкал. От бешенства уже. Так. Сейчас нам надо обмануть. Опля. По вырому. Забираем глазик. Как вы помните, красный глаз нужен для тигра. Ну, тут, сука. Давай, сука.
Давай быстрее залазь. Джилл. Да блин. Он ведь моргает. Сука. Вот я здесь. Чего, блядь, меня не видит? Тупая, сука, ловушка эта. Не нравится она мне. Джилл, блядь, давай быстрее. Во. Забираем его. Теперь начинаем возиться опять. С этой шкатулкой ебучей. Ну теперь мы знаем, на какую кнопку вращать. Ходи, вот это низ. То, кстати, каждый раз все они расположены по-другому. Это, походу, вверх. Вращать. Скажу, ребята. Z и X. Хотя здесь нарисовано, как видите, L, B, R, B. Типа, левой и правой клавиши мыши. Но скажу, ребята, нет. Нас дурят. Что-то мне кажется, или неверно что-то. Так он точно не зайдет. Значит, наверное, все-таки так. Вот этот кусок. Куда же он, блядь, может войти? Что за ебучий случай? А он вот так, походу, дело. Угу. Значит, ну, сейчас мы этот большой достанем вначале. Нахер убрать? Будем по мелким собирать, блять. Я уже просто весь на нервах. Боюсь то, что что-нибудь уже накусячу. Ага, вот это так. Все. Окей. Теперь будем уже рассматривать. Блять, рассматривать нет. Мелкий кусманчик еще возьмем. Что ну вот так как-то. Ну не так. Ага. Значит, этот вот так. Заходит, по ходу дела. Соединился, блин. Какая-то хуйня получается опять.
Так, быстро разгадываю эту хуйню, то я... То и ебу с ней. Этот кусок должен быть вот так, получается. Ну как же тогда должен быть этот? Так что ли? Это тогда у нас сейчас... Так, запиздрячу. Даже немного не понимаю, как заходит. И вот последний, сука. Блять, вот видите, какие загадки, блядь. С оригиналом, блядь, не сравнится. В оригинале, блин, это были попроще. Ребята. Ну так вот иногда меня доводит все это. Как вы помните, эта дверь должна нас куда-то вести, совсем не туда, куда мы вышли сейчас, да? Ну, а мы пойдем. Что у нас там? Что мы сейчас, блин? Мы же крутые. Рискнем, блин. Прикончим змею со дробовика. Мы к змее сейчас пойдем. Так, я что-то сыкую. Что-то я очкую реально. Что будет. Ни разу со змеей так не сражался. Должно же случиться это в первый раз. Либо она меня, либо я ее. Блять, у меня ни одной аптечки нету. Что намного опечаливает меня. О-о-о-о. Мы увидели. Самое нужное для нас сейчас. Фу, это уже меня радует. Небучая змейка. Нахер бежим. Он еще укусит нас сейчас. Нам еще это не хватало. А вот спрыгнуть жил никак, да? Иди нахер. Нахер. Есть! Да. Дробовичок. Ричарда, это мощная штука. Особенно, когда за Криса проходишь. Когда нету этого-то... Как его? Гранатомета-то, базуки. Мы сейчас попали, как говорится, в ту местность. Вот она, эта дверь, которая бы... Должна открываться с другой стороны, когда на лифте мы поднимемся снизу.
Библиотека-то это. Как помните, где можно было в оригинале посмотреть, где, как увидеть, как его, взлетную площадку в одной из комнат. Ну, здесь... Она вот тут находится. И здесь бы нам пришлось бы двигать статую, чтобы открыть не ловушку, а секретное место, чтобы забрать как раз книжку. А здесь приходится все обратно обходить. Дверь, потому что, как видите, сломана. Поэтому мы сейчас пойдем другим путем. Так, бля. Еп. Да, ну загадка, я навозился, да, ребят. Запомните. С, нет, Z и X. Кнопочки для вращения. Они вообще неприметны. Потому что даже не подумаю, что они будут задействованы. Сейчас нам надо. Ага, надо туда. Туда, там сюда, туда, туда, сюда, сюда, туда. Так, сейчас мы пойдем. Нет, мы еще туда не сходили. Сколько же нам надо везде сходить-то, а? Чё ж так много-то везде ходить-то надо? Сейчас нам надо через подвал сходить. А, ну сейчас надо к тигру сходить. Потом надо в подвал сбегать. Ох ты ж, блядь. Только беру, что-то хантеров нету. Напугал меня. Они в оригинале здесь должны выпрыгивать. Но они не выпрыгивали. Поэтому для меня это было неожиданно. Потому что тогда проходил, никто не выпрыгнул. А сейчас не выпрыгнул. Еще это музыка классическая. Напрягающая. Здесь все перекошмарили, блин. С оригиналом-то. Первый мод диск нашли. Так. Так, теперь подвал. Опа. А, да, тут же дверь выломана. Точно. Все, я не могу привыкнуть, что здесь дверь выломана. Потому что никто не выламывал мне ее. Тут выломана. А я не мизида, походу, дела здесь ходил. Вот чую я. Хотя тут тиран всего лишь. Ну и да, ощущение, что все-таки Немезида здесь где-то ползал. Вот столько путаницы и от оригинала с ремейком, блин, все время что-нибудь запутываюсь, куда идти.
Нахер иди. Ближе, чувак. Так, ладно, ничего, я сюда скажу. О, трава у дома. Ты даже Кримсоном станешь, ты уже мне не интересен будешь тут. К тебе я больше не приду. Как, такой теперь я друг. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище. Вот здесь змея-то была. Видите, как нам пришлось обходить? Бьется родная, в экстазе пылая. Владивосток 2000. Так, сейчас мы возьмем аккумулятор. Блять, тут что, патронов столько лежит? Сука. Трещалка. Давайте возьмем трещалку уже. Такого-нибудь зомбаки ее потом испытаем. Это что-то у меня их много, смотрю. Патроны, конечно, можно взять. Блять, куда они нам столько патронов? Мне и так патронов навалом. Не буду брать. Место занимает. Вот мы открыли дверь, сука, куда она ведет? Она должна была вести нас. Бля. Пригнали бы. Да. Не сюда бы, конечно. Ну ладно. Она бы нас вела бы как раз ту дверь, которую мы заходили вот там вот. Получается. Вот, блядь, вот. Вот здесь вот, вот. Вот эту вот. Дверь. Да. Теперь она вывела совсем не туда. Я говорю, путаницы много. Такс. Путаницы много. А сейчас мы сократим, кстати, мы не пойдем по всему длинному пути первого этажа. А, ну там хантером можно попасться, но нам нахрен это все лишнее. Опять же идти длинным путем, когда здесь есть вот такой путь. Даже есть путь через кладбище. Мы как раз выйдем к двери, которую нам надо. Чем бежать по всему первому этажу. Все гениальное просто. Главное не забывать, где какая дверь. Даже, блядь, иногда охота так сейчас вот оригинал пройти. Но я прохожу все-таки ремейк. Если я начну еще оригинал проходить, я просто тупо запутаюсь конкретно. Забираем, открываем последнюю дверку в особняке. И все. Ну, трещалка. Блять, слишком темно. Да я ее вижу. Да. Так, блять. Эмблема. Ну и все, блядь, здесь больше ничего нет. А еще тут, кстати, есть мод. Не мод, а этот, когда пройдешь игру, что все оружие не будет перемещаться в ящики в другие. А будет оставаться в том ящике, который положил. Все то, что выложил.
Вот это да. Он я попробовал попроходить, блядь. Это просто полный финиш. Ты уже боишься что-нибудь в ящике оставить. Ну, блядь, как по-другому? Мешаться будет. Вот, ребят. Ну и вот мы из особняка сейчас уйдем. Ну, это уже будет в другой главе. Тоже пока не надо. Ну и, ребят, всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Nefright687. С вами был Неф. Не забываем ставить люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. Ну и всем пока-пока. До новых встреч. Let's rock!